УЗИ, ультразвуковые исследования, вошли в практику медицины, и вряд ли найдется пациент, который не проходил бы данный вид исследований. Кстати, аббревиатура УЗД, ультразвуковая диагностика, это аналог УЗИ. В ходе ультразвуковой диагностики применяется гель, специализированный для того, чтобы исследование проходило наиболее гладко. Мы поговорим сегодня об особенностях гелей для УЗИ. Мы узнаем, как образуются цены, какие они бывают и много других секретов. По статистике медицинского маркета ITMed, гель УЗИ «Купить» является одним из топовых запросов в сети интернет со стороны врачей ультразвуковой диагностики. А последние тенденции показывают, что покупкой геля для УЗД интересуются и косметологи. Аппаратная косметология тоже активно использует медицинские гели. Гели имеют водную основу, поэтому легко вытираются с кожных покровов. А при попадании на одежду абсолютно спокойно вытираются влажной салфеткой. Гели медицинские по своему назначению различаются на следующие группы. Гели, проводящие ультразвуковые волны. В эти гели не добавляются никаких солей. Вторая группа – гели, через которые проводятся микротоки. Обычно они имеют вот такую розовенькую окраску различных производителей. В эти гели добавляется небольшое количество солей для того, чтобы можно было снять электрокардиограмму или же провести электропроцедуры. И третья группа – это гели, проводящие световые волны. Как правило, они прозрачные. Они используются при проведении лазерных процедур. Они используются при проведении IPL-процедур, лазерной эпиляции и при использовании светолечения. Этот обзор медицинского маркета ITMed посвящен первой группе гелей для ультразвуковой диагностики. Мы убираем все остальные гели и оставляем только гели, которые применяются для проведения ультразвуковых исследований в медицине, ветеринарии, а также они могут применяться в косметологии. Гель используется для проведения физиотерапевтических процедур при помощи ультразвука в физиотерапевтических кабинетах. В косметологии для проведения таких процедур, как кавитационная чистка кожи, ультразвуковой лифтинг, RF-лифтинг и другие. Гель, в отличие от воздуха, является прекрасным проводником ультразвуковых волн между датчиком аппарата и телом пациента. Гель минимизирует потери энергии ультразвукового сигнала. Кроме того, гель позволяет легко перемещать датчик по телу пациента. Специалистам медицинского маркета ITMed часто задают вопрос, может ли применение геля для УЗД вызвать аллергические реакции? Отвечаем. Все гели, применяемые в медицине, имеют гипоаллергенные свойства, то есть риск возникновения аллергических реакций практически сведен к нулю. Гели для УЗИ, как правило, имеют голубую окраску. В связи с этим часто звучит вопрос, не оставляет ли гель пятна? Нет, гели не оставляют цветных следов. Пищевой краситель добавляют для того, чтобы отличать ультразвуковой гель от гелей другого назначения. Надо иметь в виду, что в связи с тем, что гели начали применяться в косметологии, производители начали выпуск и продажу бесцветных гелей. В ассортименте медицинского маркета ITMed имеются гели без окраски. Еще один часто задаваемый вопрос. Может ли гель УЗИ испортить датчик аппарата? Нет. Гель для ультразвуковых исследований не содержит солей и иных примесей. Медицинский маркет ITMed уже более 10 лет активно продает гели для медицины, ветеринарии и косметологии. Гели успешно использовались на всех видах ультразвуковых сканеров и косметологических аппаратов. Сертифицированные производители гелей для УЗИ в Украине, Венгрии и Италии используют аналогичные технологические линии и сырье. В производстве применяется очищенная деминерализованная вода. Тут же хочу предостеречь покупателей от покупки гелей у непроверенных производителей или поставщиков. Вот тут таится настоящая опасность покупки крахмального киселя. Купить гель для УЗИ дешево, может стоить очень дорого в ремонте датчиков аппарата. О ценах на гель УЗД мы поговорим позднее. У нас спрашивают, можно ли хранить гели при минусовых температурах? Нет.
Мы помним о водяной основе, и поэтому хранение гелей должно осуществляться при температурах от плюс 5 до плюс 40 градусов Цельсия. При минусовых температурах допустима только кратковременная перевозка геля после его покупки у поставщика. Мы подошли к важнейшей характеристике гелей для УЗИ – это вязкость. Показатель вязкости гелей колеблется в пределах от 70 до 90 паскалей секунда. Чем выше показатель, тем гель плотнее. В ходе практики каждый специалист подбирает для себя оптимальный по плотности гель. Возможно, для проведения исследований у детей понадобится гель меньшей вязкости, а для взрослых пациентов наоборот. Медицинский маркет IT-Med предлагает гели различной плотности от различных производителей. Мы сейчас проведем сравнение гелей УЗД производства Украина, Венгрия и Италия. Наносим 3 вида гелей на участок тела и производим эксперимент. Это гель производства Украина, следующий гель производства Венгрия и следующий гель производства Италии. Итак, мы смотрим, насколько текучи гели. Поворачиваем руку так, так. Видим, что гели в основном сохраняют свои свойства на теле. Пробуем их на вязкость. Ну, вот этот такой несколько неплотный, но в то же время нормально растекается по телу. Здесь гель Венгрия, он более плотный, как мы видим, остаются даже следы. И, наконец, гель Италия, тоже достаточно плотный. Мы видим, при прикосновении даже гель сохраняет свою форму. Да, пожалуй, что гель Италии наиболее плотный. На втором месте по плотности это Венгрия. Это Венгрия, да, явно видно. И менее вязкий гель, то есть, видимо, как раз таки 70 паскаль секунда, это гель Украина. Итак, мы определили, что гели различных производителей имеют различную вязкость. Хорошо это или плохо? Это не хорошо и не плохо. Каждый специалист подберет нужную вязкость для себя в том или ином исследовании. Украина – наименее вязкий, Венгрия – второе место по вязкости, и самый вязкий – это гель производства Италия. Хорошо ли они стираются? Мы видим, что гели достаточно хорошо сохраняют форму, не высыхают быстро на теле, то есть с ними можно работать уверенно специалистом. Итак, убираем гель Италия, хорошо убирается. Убираем гель Венгрия, аналогично хорошо убирается. И пробуем убрать гель Украина, также чисто. А теперь к вопросу, цена геля для УЗИ и насколько можно купить гель УЗД дешево. Открою вам два секрета, которые прямо влияют на цену, по которой вы можете купить гель. Первое. Гель для УЗИ стоит дешево. Почему? Спросите вы. Производство медицинских гелей достаточно масштабное, а кроме того, производители выпускают гели в экономных упаковках. Вот перед вами экономные упаковки по 5 литров. Вот это и есть второй секрет, как можно купить один и тот же гель для УЗИ в два раза дешевле. Медицинский маркет IT-Med продает гели для УЗД от производителя в трех видах упаковки. Самая экономная – это упаковка геля по 5 литров. В ящике идет по 4 пака по 5 литров. Стоимость 5-литровой фляги составляет в пределах эквивалента 9-10 долларов США. Цена от производителей гелей Украина, Венгрия, Италия может отличаться незначительно, не более чем на 10%. Подводя итоги по стоимости геля, мы можем с уверенностью сказать, что первое место по экономичности выигрывают 4 упаковки по 5 литров в одном ящике. Следующее по стоимости идет отправка одного ящика 5 литров. Следующая упаковка – это 1 литр.
Она несколько обойдется дороже, чем 5-литровка в пересчете на тот же объем, но кому-то так необходимо. И самое расточительное – это вот такая маленькая упаковочка. То есть пробничек. Кому-то нужно попробовать, кому-то необходимо делать небольшой объем исследований, поэтому покупать большой объем не планируется. А вот такая упаковка, ну что ж, переплата, конечно, но зато быстро и сердито. Мы видим, что к каждой 5-литровой упаковке идет 250-литровый флакон. Как же использовать гель из 5-литрового пака? Производитель позаботился о том, чтобы специалисты не испытывали неудобств. В коробке с 5-литровым паком геля находится флакон на 250 мл и специальная насадка для переливания геля. Сейчас я покажу вам, как это делается. Откручивается пробка, затем одевается насадка, открываем и вот таким образом переливаем внутрь флакона. Перелив во флакон мы одеваем и удобно пользуемся. Отправка медицинских гелей производится медицинским маркетом IT-Med, новой почтой или другими службами доставки. Медицинский маркет IT-Med предлагает отпуск гелей со склада и адресную доставку по Киеву. Это выгодно особенно для гелей, которые идут в оптовой упаковке. Оплатить покупку вы можете любым способом – безналичным расчетом или наличным расчетом, банковской картой или при получении от курьера. Приятного пользования и будьте здоровы!